Я даже испугался. Вдруг кто увидит, как я дерусь с такими неудачниками? Жестокое противостояние между полицией и преступниками закончил Человек-паук. Как можно устоять? То, что нужно. Здесь появился новый парень. Клитус. Он не такой, как я. Он... отсюда. Он говорит по ночам. Рассказывает об ужасных вещах, которые совершил. Я его знаю. Он то, что прячется в темноте. Я слышал, как он кричал, но это было похоже на смех. Они что-то с ним делают. Они что, глупые? Неужели они не видят, что ему это нравится? Совершенно не понимаю, почему люди до сих пор работают в Оскорб. Думаю, стоит догнать грузовики и выяснить, в чем дело. Тебя кто приглашал? Чудесная композиция. Готов поспорить. Они любят тайком снимать других. Менкен агентом Рейвенкрофт. Активность в крыле яда должна быть удвоена. Приказ непосредственно от мистера Осборна. Он чувствует, что эксперименты Ричарда Паркера с паучьим ядом являются главным фактором, который не даст ему разделить судьбу отца. Думаю, необходимы дополнительные тесты. Скоро вам будет представлен новый узник, серийный убийца Клитус Кэссиди. Он не из тех, чье благополучие заботит общественность. Иногда я мечтаю перебраться на Гавайи. Вот только там на паутине не полетаешь. Раньше я такие грузовики не водил. Почему нет Тони? Потому что у нас встреча с боссом. И только авторитеты могут знать, где он, когда здесь его не видно. Ты что, заткнись и займись делом. Ха, так и знал, что не зря подслушивал тех парней. Теперь остается прилепиться к грузовику и доехать к толстяку. Это ионная паутина, а не иронная. Скажи, что у нас груз. Я посторожу грузовик. Есть, босс. А? Вижу Человека-паука! Однажды я подрался с настоящим неудачником. Так, даже лучшая броня в мире мозгов не добавляет. Рассредоточьтесь и все прочешите. Так точно. Оцепите квадрат. Все выходы под наблюдение. Сделаем. Всех лоботрясов повяжу. У меня план по арестам горит. Вас понял, сэр. Держать контакт по радио. Выходите на связь каждые 5 минут. Я всем передам. Двойная вахта с каждого приказ. Передам парням.
Полицейские спецназа работают вместе с преступниками? Нет, кто бы мог подумать. Любой? Я его вижу! Ты специально так медленно шевелишься? Это что-то из репертуара мимов? Да, я задал жару. Эй, негодяй в отключке. Я задал жару, как считаешь? Беру. Мне плевать, что у тебя было с парнем из старой банды. Больше нет ни рус... Вот и появился шанс вывести из строя их броню. Да, и моя ионная паутина то, что доктор прописал. Но все равно лучше с ним, чем с Осборном-младшим. У этого парня проблемы с головой, это точно. Спорим, женщины часто тобой недовольны. Броня, конечно, красивая, но быстрее они не стали. Нападение на полицейского! Ты потрудился, Пау! Не желаешь пополнить своих преступлений? Танцуем, я веду. Бам! Он! О, да! Ты совсем не стараешься. Как будто совсем меня не уважаешь. О, как весело. Давайте еще раз. Да, вон там! Ты прыгал и допрыгался. Люблю делать больно. Сам увидишь. Наши дни трудно найти хорошую жизнь. Щуплый, да? Элитная спецгруппа на поверку оказалась совсем не элитной. Явно очень доволен собой. Я не могу повернуться спиной к людям в беде. Этот пункт можно вычеркнуть из списка. Вот это по-нашему. Может, ты хотя бы скажешь какую-нибудь злодейскую фразу, типа... Хоть ты прок, Человек-паук. Обожаю. Паук, если идиот, уже понял, что единственная задача — лишь поддержать тебя. Боишься стукнуть девушку, или рука не поднимается? Какое-то движение! Говорят, злодеи не считают себя злодеями. Броня дает им слишком большое преимущество. Попробую уравнять шансы с помощью ионной паутины. Главное не броня, а тот, кто ее носит. А эти парни — отстой. Человек-паук, прошу, если еще парочку полицейских получит отречь цели мандат на новостей. Товары с символикой Человека-паука продаются хорошо, но все же недостаточно. Пусть один из наших людей в медиа начинает нашу обычную игру, будто бы эти товары разрушают мораль и дурно влияют на детей. Затем объяви, что мы изымаем товары из продажи. Тогда мы сможем все распродать за считанные часы. Имидж Человека-паука станет хитом, а мы разбогатеем.
парни в броне отдают приказы остальным. Посмотрим, что здесь можно предпринять. Кто там? А ну отвечай. Да. Ты совсем не стараешься. Как будто совсем меня не уважаешь. Бросок паука! Придумываю хлесткие фразы. Что скажешь? Я понимаю, при твоей бурной жизни только и остается, что цепляться за мелкие поверы. Что такое? А давай не будем драться. Ладно, так. Давай подеремся. Спорим, женщины часто тобой недовольны. Если хочешь, чтобы я тебя отпустил, просто подними руку, нет? Ну, ладно. Ну, не знаю, сколько им платят, но это деньги на ветер. Я уделаю тебя. Один на один. Вот почему меня называют потрясающим. Еще чуть-чуть. Сегодня я выучил ценный урок. Бить злодеев по лицу весело! И разумеется, Дейли Бьюгл никогда не снимает таких побед. Как можно устоять? Этот пункт можно вычеркнуть из списка. Командуют бронированные парни. А значит, они первыми угодят под удар. Не расстраивайся. Не то чтобы... Ну, просто у тебя не выходит. Что это? Он здесь! Он здесь! Вижу паука! Ионная паутина — моя единственная надежда. Просто представь, что на тебе липкий вонючий свитер. Сразу столуй. Уж лучше роботы. Они, по крайней мере, по ушам не ездят. Похоже, придется самому вмешаться в это безобразие. Не останется в стороне, если я использую сейсмоимпульс. И судьи выставляют паучку высший балл. Ладно, я их выдумал, но все же. Он там. Однажды я подрался с настоящим неудачником. Так вот, он был лучше.
Ты щуплый, да? Да, вон там! Да, вон там! Ты прыгал и допрыгался. Бам! Он там! Да, вон там! Ты специально так медленно шевелишься? Это что-то из репертуара мимов? Беру. Стараешься. Как будто совсем меня не уважаешь. Бывают же удачные дни. Дошло, что в Оскорб погиб работник младшего звена, который упал в резервуар с генетически измененными электрическими угрями. Его звали, Макс Дилан. Люди Осборна пытаются замять дело. Я хотел бы лично осмотреть труп. Учитывая удивительные свойства генетических экспериментов Оскорб, этот труп может рассказать много интересного, если он мертв. Патологоанатомы рассказывали мне любопытные вещи. Конец твоим играм, Жертрест. Здесь только ты и я. В лифте даже музыка не играет. Донс купи Джеймисона. Фух, воняет потными толстяками и буррито. Это же сам Кингпин! Неплохое прозвище. Вот только, по-моему, ты больше похож на Шалтая-Болтая. Или на Неваляшку. Я не понимаю, о чем речь. Я впечатлен, вот что. У всех на глазах ты подмял под себя всю преступность Нью-Йорка. Все знают, что ты жулик, но все равно целуют тебе зад. И на все ушло сколько времени? Неделя? Неплохо ты потрудился, вот что я хочу сказать. Единственный преступник здесь — человек в маске, проникший в частный дом. Буйный самоуправщик, названный Дейли Бьюгл угрозой. Ладно, говори, что хочешь. Так или иначе, тебе конец. Теперь ты мне угрожаешь. Осмелюсь заметить, что Джона Джеймисон назовет меня героем после того, как я убью тебя. При самообороне. Ты выпустил в город Кэссиди. Не
не только ради уничтожения соперников. Ты хотел всех запугать, накалить ситуацию, чтобы с твоим приходом все вроде как исправилось. А кто еще все исправит? Ты, бегающий в маскарадном наряде, как начитавшийся сказок подрок. Я живу в реальности, паук. Скалить над толстыми. Я тебя в порошок сотру. В рамках самозащиты, конечно. Ты выпустил в город... Не только ради уничтожения соперников. Ты хотел всех запугать, накалить ситуацию, чтобы с твоим приходом все вроде как исправилось. А кто еще все исправит? Ты, бегающий в маскарадном наряде, как начитавшийся сказок подросток. Я живу в реальности, паук. Встряхнуться. Ладно, ладно, не смешно. Ты такой жирный, что на улице тебя путают с машиной. Ты такой жирный, что в походах медведи прячут от тебя свои... Живо тащитесь сюда! Или я сам должен его искать! Вот люди не мечтают об утопии без преступности. Им нужен понятный мир. Обходи стороной плохой район и не пострадаешь. Им нужен порядок. Ошибаешься. Людям нужна справедливость. Они хотят быть уверены, что все должны работать и выполнять правила, одинаковые для всех. И тогда все будет хорошо. Парень, ты живешь в дивной сказке! Будет больно. Совсем как на батуте, точно? Ты такой жирный, что когда режешься бритвой, из пореза вылезает зефир. Жестокость полиции? Ты не представляешь, что это такое. Пока что. Вечеринка у паука! Точнее, это здесь мои пусы. Ты такой жирный, что когда ложишься, твой рот... За что я вам плачу? Тащитесь сюда! Людям нужен суровый лидер, принимающий суровые решения. Держащий на плечах их мир, чтобы они могли ходить на свою убогую работу, жить своей убогой жизнью, получать свои подачки и знать, что ты сильный. О, я понял. В детстве тебя обижали из-за полноты, и ты решил отомстить. Хочешь открыть компьютерную фирму? Я не против. Но если ты причиняешь вред другим, если сам стал хулиганом, я быстро тебя закрою.
Как ты смеешь? Ты ничего обо мне не знаешь! Ничего! Ты не представляешь, что я делал, чтобы выжить! Так расскажи, интересно узнать. Ты нанял Крейвена, Кэссиди. Если ты так этим гордишься, скажи. Люблю бить таких, как ты, за деньги. Ты такой жирный, что на улице тебя путают с машиной. Будет больно. Очень. Ты такой жирный, что в походах медведи прячут от тебя свои припасы. Фокусов больше не будет. Посмотрим, чего ты стоишь. Ты такой жирный, что когда режешься бритвой, из пореза вылезает зефир. Да уж. Я не дурак, паук. Я не делал ничего недозволенного. Не нарушал законов. Против меня нет улик. Я могу доказать, что ты заплатил Крейвену. Нет, платила моя спецгруппа, как эксперту по безопасности. Меня шокировала весть о его проступках. Конечно, если это правда. Его наняли за исключительные навыки и личный кодекс, запрещающий ему предавать клиента. Если Крейвен тебя не сдаст, это сделает Кэссиди. Этот псих! Не думаю, что ему кто-то поверит. Кроме того, нужно быть идиотом, чтобы связываться с такими напрямую. Поверь мне, я совсем не идиот. Боюсь, Человек-паук, ты здесь единственный преступник. Да? Это мы еще посмотрим. Это не кинобоевик, парень. Если ты молод, еще не значит, что можешь взламывать мою систему безопасности и заходить в мои личные... Как ты это делаешь? О, и кто кого недооценил в итоге? Прекрати! Я требую, чтобы... Всем патрулям. Макс Диллон сбежал из-под ареста и находится в секторе 4. Что ты наделал? Не понимаю, о чем ты? Спасибо, что показал, где я уязвим. Обещаю, твоему возвращению все исправят. Используют генераторы для установки энергетического щита. Нужно их вырубить. Хуже всего на Таймс-сквер. Можно! Летишь на свет, хотя знаешь, что он тебя убьет! Возьму себе. Это тебе не поможет! У меня сил с лихвой убивать, а то, чтобы сжечь себя на тла! Плевать на меня! Но они за это поплатятся! Тебе до меня не добраться, Человек-паук! Если ты хоть чуть-чуть соображаешь, ты убежишь без оглядки!
Тебе повезло, что ты с другой стороны. Поле энергии от генераторов. Продолжаешь позориться, Человек-паук? Вперед! Я не буду... Летишь на свет, хотя знаешь, что он тебя убьет! Пришлось за тобой побегать, но теперь я тебя не убью. Это тебе не поможет! У меня сил с лихвой хватит на то, чтобы сжечь себя на зла! Продолжаешь позориться, Человек-паук! Вперед! Я не буду тебе мешать! Энергетическое поле. Похоже, он подпитывает поле энергии от генераторов. У меня нет времени с тобой возиться, насекомое! Убирайся, паук, пока тебя не раздавили! Это твой последний шанс! Уходи! Если не вырубить эти генераторы, я и близко не смогу подобраться к Таймс-сквер. Все, кто там внутри, обречены! Тебе повезло, что ты с другой стороны! Большая сила, большая ответственность. Нельзя об этом забывать. Тебе до меня не добраться, Человек-паук! Если ты хоть чуть-чуть соображаешь, ты убежишь без оглядки! Тебе ты умрешь! Продолжаешь позориться, Человек-паук! Вперед! Я не буду тебе мешать! У меня нет времени с тобой возиться, насекомое! Нет! Я больше не останусь один в темноте! Никогда! Вопрос с силовым полем закрыт. Теперь путь свободен. Я узнаю этого парня. Что же с ним случилось? Я тебя предупреждал! Теперь уже поздно! Вы мне кого-то напоминаете? Макс Дилан? Ты даже не помнишь. А говорил, что я стану твоими глазами, ушами. Называл себя напарником. Теперь вспомнил. Да, я так сказал, и это было честно. Ложь! Ты бросил меня! Бросил там! Позволил им ранить меня. Я был один во тьме. Макс, я не знаю, что с тобой произошло. Я вижу, тебе больно. Но не могу помочь, если ты не позволишь. Тебе плевать. Моя жизнь прошла во тьме. И всем было плевать.
И что это такое? Макс, плохие люди есть повсюду! Мне жаль, что тебе пришлось пострадать, но это не причина самому становиться злодеем! Как это не кстати? Слушай, я знаю, что у нас тут битва, а ты мне телефон заряди. Можешь? Слушай, а как... То, что с тобой случилось, повлияло на твою психику. Но есть люди, которые могут помочь. Есть такие учреждения. Нет! Так говорили врачи! Все они делали мне больно! С этим покончено! Я лишь хотел, чтобы люди меня заметили! И теперь они заметят! Я буду сиять во тьме, пока они дрожат в тени! У тебя серьезные проблемы с самооценкой, верно? Только что узнал, что там происходит. Перестань! Объясни полиции, что они задумали. Вместе мы сможем все исправить. Страшно подумать, сколько ты платишь за электричество. Ах!
Слушай, я знаю, что у нас тут битва, а ты мне телефон зарядить можешь? Действительно, очень жаль парня. Он стал жертвой. И если он рассказал правду о Рейвенкрофт, то там нужно срочно навести порядок. Оскорб финансирует тюрьму. Может быть, Гарри поможет? Да. Мистер Осборн, вы были правы. Фиск выкупает акции Оскорб для силового поглощения. Но пока вы здесь, я уверен, все будет хорошо. Да, пока я здесь. Я получил ее, сэр. Сыворотка Ричарда Паркера из Паучьего Яма. Но каждый раз она дает серьезные побочные эффекты. Серьезнее самой смерти? Мне нужен любой шанс. Все, убирайся! Доктор Кафка, так и должно быть. Нет, я прекращаю. Внимание всем офицерам! Учитывая угрозу, которую представляет самоуправщик, известный как Человек-паук, операция подавления переходит в фазу 3. Учтите, фазы 4 не существует. Все должно закончиться сегодня. Внимание всем патрулям! Есть сообщение о бывших членах спецгруппы, устанавливающих неизвестные потенциально опасные приборы в жилой зоне. Будьте предельно осторожны. Никто не смеет взрывать бомбы в моем городе! В Восточном Мидтауне обнаружено подозрительное устройство. Начинайте эвакуацию. Если нервничаешь, попробуй представить меня голым. Хотя нет, надо. Ну, покажи, на что способен. Ты просто тощий пацан, а? Я уделаю тебя.
один на один. Да, я задал жару. Эй, негодяй в отключке. Я задал жару, как считаешь? Всегда приятно вынести мусор. Судя по счастливым лицам местных жителей, они уже не опасаются прогуливаться по улицам. Человек-паук оправдал свою репутацию дружелюбного соседа. Если я не найду бомбы прямо сейчас, будет много смертей. У меня закончились варианты. Красота!